А сейчас маленькая история о мгновенной карме. Или же, что могло пойти так? Когда карту можно взять? Сначала разведаем. Сначала разведаем, что у них. Укладывали! Что? Так это тебе проще всего. Если он с фланга стал. Ну ладно. Я что-то подумал, что ты слева. Ой, справа. У меня плохо с ориентацией. Я давно заметил это. Ну что, ребят, сотрясатели к бою! Подожди с сотрясателями. Я, пожалуй, все же накоплю на штурм тигра. Большое желание. Помнишь, как они украли эту модельку? Оп, это Морзер. Фюр Крик Унд Империум. Репейр ин тайм, как раз еще минуту, и там сразу же Карлу мы накрою. Да не, подожди. Да, не, я просто хочу Карлу и все. Ну так возьмем, только цель сначала найди. А то сейчас ты только заспавнишь, он тебя и взорвет какой-то хуйней на 250 метров стреляющий. Ты-то не знаешь, что там? Найду, не волнуйся, я все найду. Ну окей. Ребят, у нас есть танки? Вы меня защитите в случае чего? Ну да. Бля! Шоу. А, так я сейчас КТ просто возьму и... Строс, Карл очень медленный. Ты далеко не уедешь. Ну ладно. Некуда бежать. Вместо трех очков порвем одно. В принципе, тоже неплохо. Что это такое? Что это такое? Это мортир? Really? Они, блядь, взяли мортир. Какую мортиру? Мне поломали Карла, Строса его тоже поломали. Ой, чё, правда что ли? Какая неожиданность нахуй? Тактика работает. Ну и чё, долго им жить не осталось. Обойдёмся и без Карлов. Жги, Митяй. Ефрейтор Митяй. Пожалуйста. Это так не получится. Я хотел их убить. Подожди, Строс, так ты же можешь Карлу еще починить, а вот я могу. Че, серьезно? Да нет. А у них один остался. Да они просто охуели. Бля, он что, проехал? У меня вообще вылетело. Да? Нормально, блин, Строс просто взял и заехал. Вот ему хорошо. Вылетело без всего, просто свернулось. Вот именно, я говорил то, что я получил модерку у Джима на Ютубе за донат, а не за то, что сосал. Вот, он думает, прикалывается. Спонсор, а ты сколько насосал? Гусарам молчать? Военная тайна. Спроси у Джима, я уже не помню. Я сосал, видишь, он даже не отбрёкивается. Спроси у Джима, я уже не помню. Вот видишь, он даже не отбрёкивается. Ну... Виталий, что у тебя дети такие? Ну, уметь надо. Находить. Здравствуйте, если бы ты продавал своих детей, ты бы был бы богатым. Заткнись. Видишь, что ты его напугал. Блин, я вспомнил одно стихотворение. Было какое-то как раз про это дело. Про какое? Охуенно могу стихотворение рассказать, прям лучше. Не надо нам. Знаешь, если это будет реально стихотворение, то я согласен. А если это... Нет, конечно, это не стихотворение, это просто... И ломлю пополам. Не-не-не. Это какая-то интернетная частушка, наверное. Да нет, это... Этот, как его, скоростной речитатив. Нет. 229... Нахер иди. Нет! 26. Это ебучий рэп на скорость. Да. Нахуй иди, умник. Нахуй иди. Ну тупо бумеры услышали рэп, нахуй иди.
Сразу. Стримерши? Я вспомнил, ребят. Хотите рассказать вам стихотворение? Давай. Помнишь, в Warcraft 3 была драконица, здание драковицы? Нет. Которая драконов продает? Нет. Warcraft 3 здание нейтральное, наемники. А. Сижу на яйцах и грущу, угасли жизни краски. Теленком маленьким пищу, хотя драконы сказки. Работа, ипотека, труд для маленьких дракошек. А коль доходы упадут, придется вам жрать кошек. Это... Сижу торгую я детьми своей родной породы. Купи ребенка у меня, давай, не будь уродом. Жизнь не мой я хотела, скажу на чистоту. Но жизнь на то он и жизнь, чтоб срать твою мечту. Капец, как громко, может потише игру сделать. Так, ну чё? Второй эшелон готов к ебанию или еще рановато будет? Просто буду бонзайми играть. Ну да. В этом-то и суть. У меня тут огнеметчики, но я вот не знаю. Стоит ли игра свеч? Где мой... Я пока что ничего крупного не выводил в бой. Ой. Я не вижу цели для штурм-тигра пока что. Я вижу цель для Голиафа. Бить. Что у меня? И тут я вспоминаю БТ-5 или БТ-7, который в борт убивал тигра в арене. Когда смотрю на тебя. Ёбаный фосфор. Да, фосфор, да. Гранатометчика возьми. Мой вопрос, можно? Где немцы в джунглях воевали? В Африке? Это врага, братан. Какой Африка? Это же японские джунгли, откуда здесь немецкий самолет? Ну... А, про это, ну это да, это вопрос с картоделом. Да похуй. Ой, тут именно. Это что такое? Кто хочет миномет? А, нет, стоп, мне не нужен его, у меня я могу взять один, потом реактивный возьму. Заходите, чисто. Заходим. Да, числом давить просто. Все это когда? Тут еще огнебет все дочистил. Тем более. А у меня хагошка. Это не ад. Кто? Мило, хагошка. А, я слышу халва, я думаю, прикольно. Ну халва тоже прикольно. А ё, мины, это... Ай, мины тоже. Мои сюзи не играют. А, ну да, ну карта плотная. То-то я не помнил, что она 3 на 3, потому что тут так плотно, то что как будто бы 2 на 2. Десант, там сразу вот так. На нас? Нет, на них. А, ну давай я помогу, что ли. Давай я тоже. Кстати, Строс, помнишь этот самый, как дроп-поды в этом, ну ты понял, где ломались? Да. В УМВ. Я тут подумал, а почему они не высаживают дроп-под, и только тогда, когда он приземлится, просто спавнят отдельно космодесанта. То космодесант подыхал, когда дроп-под ломался случайно. Хотя, может, типа, чтобы на любой ландшафт не кидали их, чтобы, ну ты понял. А то бросят на отвесную скалу, где он на самом деле разрушится. О, это работа для штурм-тигра. Ой, для Карла. Сейчас. Чито с экспериментальными снарядами. Чего? У меня спасибо чито с экспериментальными мумицами. Ну, японцы все экспериментальное. Ну, я попал в ямку, но ему хватило. Ну, кроме Хиро, он до последнего. Ну, это чувак со стримом, походу. Да, это да.
поэтому он остается. Давай, ребят, так, когда было понятно, что война проиграна, Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством? И к чему ты это? Имей мужество! Суицид очень даже выход! Чего? А, смотри, короче, Юнкерс убил бы их бойцов! Че ты ржешь? Ты был как в сказке! Нашел лужу и в ней утонул! Ну я укрылся за Юнкерсом, а он взорвался. И смотрю, что-то убил какой-то оранжевый. Я такой, кто такой оранжевый? Ооо, тех. Ну у нас еще 26 минут в запасе, как бы. Да ну, не, это к тому, что мы молодцы. Погоди-ка, давай-ка ты будешь соответствовать украинской пропаганде. Возьми хлеб, используй в качестве ваты. Привяжи к своему пальцу на крови, пусть хлеб питает кровь, а ты потом этот хлеб сожрешь. Чувак, я не монгол. Я вообще могу сказать... Я не монгол, я украинец, братан, ты попутал. Давай я сломаю просто всю твою жизнь. Смотри, во-первых, ну и начнем с легкого. Я запиваю суп, я ем манную кашу с хлебом, а это пшено с пшеном. Теперь самое жесткое. Я ненавижу пельмени, пиццу и... Чё еще там я ненавижу? Шурму. Я шурму не пробовал, а так ты вообще мудак. А, и чай не люблю. Ну вот это вот все. Это попадало, парень. Тебе кофе не пью. Кофе место. Кофе не люблю. А я кофе не пил ни разу, ну и хуй бы с ним. Шашлык не люблю. Алей, ты курил, ты помнишь, что как в 45-м году были такие люди, которые вешали других людей на столбах с табличками? Вот, короче, вот этот список мы тебе напишем. Значит, понятно, ты меня решил повесить на ближайший фонарный столб с подписью «мясо». Бля, я это не понимаю, ты жрёшь куриные наггетсы с Макдака, но при этом ты не любишь шашлык. Что в твоей жизни произошло? Да ничего. Можно повторить? Говорю, он ест куриные наггетсы из Макдака, но при этом не любит шашлык. Нет, просто покупные, я сам их готов. Ему просто когда-то шампур вставили не в то место. Я помню, мы как-то раз с другом сражались шампурами, как на мечах. Я ему руку проткнул. Аж еще один кусок мяса для того, чтобы... Не, ну не сильно проткнул, вообще не сильно. Он там больше орал и обижался на меня, чем реально пострадал. 1000 батарей за слезы наших матерей, за нашу родину. Не надо, Мне это отец постоянно поет. Я знаю марсельских танкистов, но вот в принципе еще не нужно. Ну бэчка говно как бы, ну да ладно. Первый марсель. Потом на стрим слушайте, как вы вместе звучите. Первый маршал бой нас поведет. Сейчас. Заводов труд и труд колхозных пашек. Мы защитим свою храня. Гремя огнем, сверкая блеском стали. Пойду машины. Ядерный поход. Современная версия. Когда на сбой пошлет товар. Так, сейчас у меня там вода, наверное, вскипел. Опа! Я терминатнул. Там вскипел, мне кажется. Я затерминатил.